Всем привет! Мы кукутики. Мы очень любим петь и танцевать. Мы ку-ку-ку-ку-кукутики. Нас зовут кукутики. Кукутики! Привет! Я кукутик-мышонок. Шажок вперед, маленький. А еще мне сегодня сделали комплимент. Мне сказали, что я пожирнел. У меня уже, походу, щеки отросли, мне давит в щеки. Я не могу даже это уже застегнуть пуговицу. Я помню, как я одевал его, а потом не мог снять. Но тогда-то мне еще это было как раз. А сейчас-то вот как я это сниму теперь? Ноги пытаются похудеть, а я хочу потолстеть. Да, ну, потому что это вкусно. Отстаньте. Пока не толстею, можно воспользоваться шансом. Потому что я слишком худой. Одни кожи до кости раньше говорили. А сейчас набираю массу, когда из спорта ушел. Все отлично. Ребята, не портите зрение. Привет, Артём, 13-летний. Я очень надеюсь, что ты исполнил свое желание, о котором я говорить не буду. Раз, два, три! Очень смешные! Посмотри! Хотя, я думаю, через год ты даже не вспомнишь о нем. Главное, исправь оценку по истории. Ага. И наладь отношения с классом. А еще скажи, какое у тебя любимое аниме теперь. Ничего себе, какой снеговик у тебя получился. Красивый, красивый. Про что? Да ничего, сегодня ночью я вообще не спал за сутки. Этот тоже не спал до 4. Но только когда у меня история, биология и география в один день, я отвечаю у доски, личный ответ, я никакой мозги не варят, а этот только в 12 просыпается. Я на очно-заочном обучении, простите, у меня все отлично. Я в понедельник отлично сдал геометрию и алгебру, поэтому не хухри ты, мухри! Я похож на маму с папой, бурая и косолапый, и немного неуклюж, добрый медвежонок Плюш. Чего сказал? Ребята, а помогите нам, пожалуйста, зажечь елочку. Давайте все вместе скажем раз, два, три, елочка, гори! Раз, два! Че, испугался, да? Тихо всем, все, я записываю. Привет, будущий Арсений. Я посмотрю это видео через 10 лет. Так, еще разочек. Не через год, не хочу. Через год я уже помнить буду. У меня хорошая память. У меня велосипед, посмотрите. У меня велосипед, я
рулю. Синяя. Ой, я забыл, что синяя — это не читать. Закончи школу. На отлично. Ну как сейчас, короче. Поступил в институт. Знаешь, какой ты хочешь. В общем, в Щуку, а потом в музыкальное училище. И, в общем, найди себе девушку, и все будет хорошо. А я буду считать до пяти. Один. Один. В общем, ты меня понял, да? И усы брей обязательно, лысый будь, да. Пись этим перед зеркалом, вот отлично. Это хорошо. Лысый будь. В общем, пока, через 10 лет удачи тебе. Пока. Ты называется енот повзрослел. Хороший костюм. Че, я не фоткаю, я видео снимаю. А! Я не хочу больше жить в Бухте. Он не пейст, это шутки. Вот снег по лесу часто мы подползом нам скрипит. Неправильно? Нет. Полозом. Полозом? Полозом, да. Полозом. Полозом? Да. Под полозом скрипит. А! Полозом. Полозом. Ой-ой-ой. Как же выдернуть ее? Ой-ой-ой. Выросла большая. Сегодня просто случился какой-то казус. Я встала и поняла, что я не хочу есть шоколад. Синие развязали слово. Это потрясающе. Что это вы здесь делаете? Записываем новую песню. Белый снег за окном. Все за праздничным столом. Вообще, слышите, что вообще не в нот поете, вы просто поете свою мелодию, а Руся поет свою. И все такие довольны. Ну, давай послушаем, что. На прошлой репетиции позавчера я была с такими же косичками. И теперь по костюм с такими же косичками. А ты что? У меня только голубая история. Я стерла маникюр сегодня. Кашка, это кашка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, ням-ням-ням-ням-ням.